Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение Ghost Runner 2. Поехали! Так, мы с вами прошли сколько? 6, по-моему, локаций. Да, но последние были трындец какие, я поэтому вот на штабе и закончил. Поговорить с Солом. Так, знаешь что? Сол, который Гудман. Мы сначала сейчас прокачаемся тут. Спасибо, что прикрываешь Кира. Здорово ты его. Скажи, а? Я долго не могла настроить под себя интерфейс кибербездны. Классно, что смогла наконец испытать его. Работает идеально. Вот бы я раньше с ним разобралась. И что было бы? Ну, во-первых, Хель работала бы гораздо эффективнее. И мы смогли бы справиться с ИИ архитектора задолго до того, как он пробудил тебя. Ясно. Так, взаимодействовать. Так, наград не получено. Наград загружения. Облик перчаток. Облик перчаток. Ну, это неинтересно. Перчатки эти порхают. Не, так-то интересно, симуляции вот эти всякие, но... Как-то вот мне не нравится. Может, я думал, какие-нибудь крутые навыки дадут. Хотя там, по-моему... Прошу оставить автограф на пистолете. На кой тебе это? Ну, типа, он же знаменитость. Вана, Зои. Наконец мы получим ответы. Ага. Если честно, даже страшно, что мы там узнаем. Иногда мне хочется забыть об асурах, сделать вид, что их не существует, и вернуться к проблемам, которые мы сможем преодолеть. Лучше знать врага в лицо. Да, но порой счастье в неведении. Больше знаешь, труднее сохранить надежду. Знаю, чем мы столкнемся, никогда бы не зашли так далеко. Надежда не умирает. Ты меня этому научила. Да, научила. Спасибо, что напомнил мне, кто я. Тыкс. Ну смотри, тут прям у всех техника. Нормально, по высшему разряду. Ты тут спишь, да? Окей, ладно. Кевин. Ну, я не знаю, что это. Зои, что я говорил тебе о водной сделке с молотами? Записи, да? Продолжай шпионить, дружок. Итак, ох ты. Сюрикен стоит на 20% меньше энергии. При использовании сюрикен снаряд чаще попадает в цель. Позволяет совершать скачок к оглушенному противнику вместо захвата. Теневой усилитель увеличивает вашу скорость на 40%, если навык тень активен во время боя. Угу. Поглощение энергии во время боя при выполнении действия... Когда у вас нет выносливости, вы будете использовать доступную энергию. Регенерация вновь снижена на 10%. Так, 22 тысячи у нас. Идеальный парирование становится 35% вашей энергии. При идеальном парировании противник вокруг получает удар током. Рывок во время боя делает вас неуязвимым для всех снарядов и атак ближнего боя. Комбо-множитель длится на 50% дольше. Каждый комбо увеличивает вашу скорость передвижения на 5%. Щит. Когда ваш комбо достигает X10, вы получаете щит, защищающий вас от одного смертельного удара, но только пока действует комбо. Всплеск. Основной атакой. Блин, вот даже не знаешь, что выбрать. Выносливость полностью восстанавливается. Ну, вот, наверное, вот это вот.
Вот это вот, наверное. 7200, да? Ну и вот это. Так, что тут у нас? Оп. Арсенал. Мечи, перчатки. Вон, перчатку могу заменить. Пускай будет синяя. И мотоцикл есть. Так, ну чё, пошли. С Солом теперь надо поговорить. Сол Гудман. Нет, не здесь. Почему Аватар жив? Ты тоже был жив во время твоей 20-летней пенсии. Твои импланданты не только годятся убивать, но и делают тебя невероятно живучим. Ты годы лежал в мусорном контейнере, но во внешке не выдержал бы и пары часов. Бегущий тень не умирает своей смертью. Так что будет? Ну, ты опоздаешь на встречу через... уже опоздал. Ага. Все должны быть в кабинете Коннора. А сам-то? Если честно, не хочу идти. Лучше просто прочту отчет о вскрытии. А ты сиди там долгие часы в ожидании чего-то интересного. Спасибо. Что мы узнали? Пока немного. Его мозг жив, и он оказывает нехреновое сопротивление. Это плохо. Нужно найти Митру до того, как он сделает свой ход. И мы найдем. Расслабься. Это серьезнее всего, с чем сталкивался раньше Мюллер. Никто тебя не спрашивал, командир Распутин. Дайте нашим ключику работать, а мы займемся... Что за черт? Охренеть, что это было? Сознание, и он использовал... Коннор? Нифига себе. Коннор! Голова твоего хозяина лежит у твоих ног. Там, где ей место. Зачем ты это делаешь? Я не могу равнодушно смотреть, как свободную тень позорят. Рабством. Сбрось с себя оковы номерной. Или умри как раб. На нас напали, церковь здесь, я иду за ним. Понял. Я тоже иду. Те, кто хочет жить, будут. Отнеси рекен в стену, чтобы создать точку захвата. Охренеть, отсюда еще и звездочки кидать. Ну и что мне делать? Давай скорее с этими звездочками. Куда идти-то? Куда идти? Угу. Группа 4 должна срочно отбиться. Ни за что, мы там сразу откинемся. Группа со склада поможет вам. Они начнут контратаку, как только вы... Вряд ли у Винчи его ребят хватит на это духу. Я не собираюсь ради них рисковать собой. Группа 4, слушайте. Группа 4? Боже, как мы вообще не проиграли, а? Точно, мы и не проигрывали.
Так, противники там сидят. Где-то здесь наверху есть хренька. Там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ячеечка памяти. Это хорошо. Продление течения. Это в жопу. Так, все нормально. О, еще одна ячейка памяти. Падший. Богохульник. Верните ковчег. Освободите архитектора. Они пришли за головой. Да охренеть, вы что, офигели что ли, ребят? Этот рандос. Чё-то мне даже страшно немножко становится. Я херею, блин. Это трындец просто. Вот честно, блин, мне страшно. Как я все это буду проходить? Там теперь такие задания будут, что мама не горюй. Блин, там что-то на это. Угу. Блин, а как? Где тут чё? Ой. Вот она. Тебя-то я и искал. Комп может длиться на 50% дольше. Ладно, ладно, я понял. Опа, она. Летят, летят, пацаны. Не то. Один. Ах ты козел.
Давай, давайте. Бомба. А где еще-то один? Джек, как успехи? Митру поймал. Он сбежал. И он пути к главному входу. Понял, удачи. Так. Тут какая-то хренька. Получен новый предмет. Эмми-граната. Ну вот где-то там. Это херня. Мне дальше пройти надо? Или это все-таки куда-то... Вот где-то она здесь, на этом уровне. А, вот она. Штаб от группы 7, склад захвачен. Что нам делать? Защищайте его. Повторишь? Яйца отрасти, продолжай стрелять. Конец связи. Твою дивизия. Противники. Ой, что-то не то сделал. Три часть культис направляется к арсеналу, перехватите их. Нет, мы тут окопались, в арсенале так группа вдвое больше нас. Какой смысл сдавать хорошую позицию? Не выходит, я отправляюсь туда. Где Зои? Пялится на труп. Дело в том, Зейн, что сегодня в арсенале команда Кори. Черт, только не говори, что бросишь старика с детьми на произвол судьбы, потому что испугался парочка психов. Ни за что, Зои, ни за что. Выдвигаемся. Зои, рад, что с тобой все хорошо. Но кто должен разбираться с этими уродами? Ага, ты меня засек, да? Вот что сделаем. Второй. Что здесь? Что такая большая комната? Что делать здесь? Мне повезло, что ли, так? Они по мне не стреляют.
Так, и чё? Защитить интерфейс. Еще прошли. А, это следующая волна, походу. Ладно. Эти лазерные хрени. Ах ты черт. Охранный лазер запущен. Джек, будь осторожен. Охранные лазеры. Так. Ранные лазеры. Интересно. Эй-эй-эй. Блин, я думаю, куда ты делся, скотина. Да чтоб тебя. Вы охерели, ребята? Ты-т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 ы
Thank you.
Так, противники. Ты. Где кто куда ушел? Чуть осталось. Понял. Ну что, тут фигня осталась. Да еб красота. Ага, неправильно. Тоже неправильно. Чтоб тебя. Блин, ты еще херня заметила. Ты. Так вот, нифига себе, какой-то резкий понос. Система безопасности нам конец. Есть предложение.
А что если, Джек, слушай, мне удалось открыть генераторы. Если бросить в них что-нибудь, они перегреются и взорвутся. Писец какой-то. Мы так лишим систем безопасности. Но если этого не сделать, то мы все умрем. Я разберусь. И куда идти? Да, походу, да? Интересно. Ой. Иди, иди сюда. Как ты меня нашел? Вот так работает, что там? Так работает схожденцы, потрясающе. И куча тень, которые выполняют свою работу, и куча чел, которые ему мешают. Ира, ты только мешаешь. Как этот жалкий сброд? Как защитить интерфейс? Главный вход свободен. Вот и все. Мы в безопасности. Джек, возвращаясь, нужно перегруппироваться. Вернуться в штаб. За это придется заплатить. Так, за это придется заплатить. А пойдем еще. Что-нибудь качнем тут. Так, 12680. При рывке назад вы поднимаете воздух. Каждая комбо увеличит вашу скорость передвижения на 5%. Основной атакой. Тень стоит на 20% меньше энергии. Так, а это я сделал уже, да?
Доступна энергия. Но ксюрикен стоит на 20% меньше энергии. Блокирует лазерные атаки ожогов и чайников. Отлично. Поговорить с Солом. Вы с Коннором были близки? Он ни с кем не сближается. Но мы долгое время работали вместе, да. Он заслуживал лучшего. Что ж, умирать всегда паршиво. А вот жить другое дело. У него получилось. Но не все могут этим похвастаться. И да, пока ты был занят, мне удалось кое-что вырвать у Аримана. Этот чип вернет один из навыков, который ты потерял после сбоя. Спасибо, Сол. Не за что. Шквал. Ага. Скачок, поток, сенсорный овердрайв. А, у меня тут нету больше, да? Поговорить с Кирой. Ты не видел, что готовится нападение? Видела, как и ты. За секунды две до него. Кто сделал аватар? Временно заблокировал Бусида Митры. Так он смог действовать против своей программы и навредить жителям башни. Что-нибудь еще? Но я смогла кое-что из него вытянуть. Да? Изображение чего-то похожего на тайник и координаты. Трудно сказать, что это такое, почему оно совсем не защищено. Может, это ловушка? Я не знаю. Оба, Митра мог бы убить тебя на месте, если бы захотел. Но он пошел за лидером. Думаю, все дело вместе. За убийство Аримана или за его голову. Или за то и другое. Заинтересован? Думаю, это стоит изучить. Выбор у нас невелик. Хорошо. Я вышлю тебе подробности. Ладно, я пока подготовлюсь. А что, я уже подготовился. От нее надо прыгнуть. Я на месте. Дальше начинается территория молотов. Какой путь ты хочешь, безопасный или быстрый? Как обычно. Спрашивать смысла не было. В этом районе несколько небольших патрулей. Ничего такого, с чем бы ты не справился. Навык шквал. Получили навык шквал, используя его выставить энергетический взрыв, который отталкивает противников от предметов вокруг. Может притягивать к противникам в воздухе. Нажми 3, чтобы использовать шквал. Я пытался найти контакт с молотами, найти мирное решение. И сейчас большинство из них. Так,
Они все не заканчиваются. Не понимаю, молот вечно со всеми воюет. Но членов их них меньше не становится. Видим, берут себе кого попало. Ага. Да? Отлично. Они кажутся дико злыми, но это следовало ожидать. Ты ведь убил их босса. Они были злыми еще до этого. И как я сюда должен попасть? Как мне взять вот эту херню? Как мне добраться-то до него? Вот откуда-то да. Как мне добраться до этого меча? Кто мне сможет подсказать? Понятно, как туда проникать. Где-то через верх. Ну-ка. Так. Почему я застрял? Thank you.
Так. Вот, допустим, я встал сюда. Ладно, хрен с вами. С этим мечом драным. Это я тут так и буду торчать. Боже, как они меня бесят. Молоты и церковь. Да что такое? Ой, блин. Там кто-то есть еще. Да чтоб тебя. Козел. Материнская плата улучшена. Отлично. Ага, я больше не могу, да? Да что бы ты, скотина такая? Я почти все сделал. С последнего патрона. На ровном месте. На ровном месте я.
Козлы. Вы охренели, ребята? Ребята, вы охренели? Серьезно. Подожди, а где эта хрень-то? В какой стороне? Плохо. Залезаю рано проверить координаты. Не, ну я как бы не очень понимаю, куда мне идти дальше. Отлично. Все, теперь понял. Это вот здесь я был? Нет, не здесь. Где новый меч? Вот он.
Пошли все нафиг отсюда. Ты уже близко. Будем надеяться, что у них там есть что-то полезное. А если нет? Тогда остается надеяться, что Кира следит сигнал Митры. Не слышу уверенности в твоих словах. Мне больно. Кир, что ты делаешь на этом канале? Я за всем слежу. На всякий пожарный. Не наши каналы, они зашифрованные. Ладно, ладно, ухожу. Боже, как я ее ненавижу. Какая ты злая. Проваливай. Ой-ой-ой. Как так вышло? Так, дальше. Сюда никуда, это сюда теперь. Где-то там какой-то знак вопроса. Да я понял, понял. Иди сюда. Где они научились так двигаться? Думаю, ты знаешь. Иди сюда. Впереди их еще полно. Может, стоит поискать другой выход? А почему тут закрыто? Подарок. Давай.
Вот и второй. Ну, кто-то есть. Кто-то есть тут. Туда почему-то. А, я тут должен был пройти. Группа Кира на связи. Это не группа Кира, у тебя вообще группы нет. Я придумал, как свидеть метро. Это хорошо. Нужна моя помощь. Помощь нет, доступ к системе Джеки, да. Ой-ой. Нужно быть вором, чтобы поймать вора. Ну или как-то так. Умно. А то. Теперь дай мне доступ, Джек. Готово. Куда идти-то? Тихо. Ты почти на месте, тоже побежаешь к складу? Как думаешь, что внутри? Вероятно, куча всякого барахла. Это склады для хранения оборудования. Все, что стал, нужно еще не ржаветь. Хотя ключи нужны были все ресурсы Дармы. Охренеть, головоломки, конечно, блин. Больше ничего нет. Вообще быть не может. Долго. Допустим. Туда надо тетить. Чтобы туда идти, надо вот так вот побегать. Ага. Дайте мне мою ячейку памяти.
Так, а вот теперь можно и к этим пацанам. Нет. Мастер шквала. Еще вся цель толкая бочки. Ну давай попробуем. Как это я должен что делать? Ну так неинтересно. Интересно.
Как я должен делать? Жопа-то, да это. Я не понимаю. Извините, но что-то я не очень понимаю. Ай-яй. Неправильно. А почему? Ну-ка. Понял.
Так. Ой, я забил его. Так, надо все открыть. Опять не то. Отлично. Всех убили. Все, пора пожинать плоды. Как теперь понятно, что они охраняли? Окажи честь. Это байк. Ого, не этого я ожидала. Где же это может быть? Пардон, что отвлекаю, но это вроде как срочно. Я отследил сигнал Митры, но мы его скоро потеряем. Готово? Я распрокил зажигание, но супер. Ты понятия не имеешь, как на нем ездить. Разберусь. Так, сейчас на мотоцикле, значит, поедем, да? Но пока у нас уровень зализовой раны. О, мы сегменты памяти все нашли. Артефакты один, аудиозапись один. Так, ну что, на сегодня хорош. Прошли еще две локации. Следующий будет на мотоцикле, будет круто. Я думаю. Это было прохождение Ghost Runner 2. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до будущих стримов, друзья. Всем пока.